Об этом я хочу сейчас побеседовать с находящимся с нами в студии нашим корреспондентом Шимоном Шертовым. Добрый вечер, Шимон. Вся эта территория, в которую входит и нынешняя Сирия, и нынешняя Иордания, и нынешний Израиль, и то, что называли Палестиной, и то, что называют Ливаном, все это входило в состав турецкой Османской империи. Он тебя очень любит. Да. Это очень. В принципе, я думаю, что эмигрировать никуда нельзя. Но он сумел приспособиться, он сумел... Хоть и остаться журналистом, но сменить направление, писать о культуре, об Израиле, который он очень любил. Но само занятие быть кинокритиком, это было другое занятие совсем. Его страна была там. Вон похожие деревья, вон смотри, там очень похожие. Я тогда приезжал к вам туда, на ВДНХ, я не помню, как ты стоял. Как... Значит, хорошо. Я вообще 50-е, 60-е годы вспоминаю с большой теплотой и ностальгией. Вот Москва была какой-то уютной, и она была вот нашей. Его, так сказать, путь в журналистику был абсолютно естественен и опирался на то, что он умел и любил делать. А вот папа с Анной Маньяни, это с сыном Федора Шаляпина, с Борисом Шаляпиным, а это Марчелло Марстрояни. Счастливые люди, которые могут жить там, где они родились, никуда не приезжать, ни к чему не приспосабливаться, ни от чего не отказываться. Мы познакомились в Москве, где он был журналистом, занимался кино. И потом мы стали просто дружить, потому что он был ужасно симпатичный, он был очень смешной. Это ты? Это мама моя. Вот я. Ай-яй-яй-яй-яй. Наверное, я где-то себя до сих пор чувствую маленькой. Я вот сейчас пытаюсь сделать фильм о больших людях. Больших людях моего детства. Какое-то время Сеня нам пустил какую-то песню из этих, которые он записывал когда-то, когда встречался с Высоцким. «Не то чертог из рая». Не то из Израиля. И ты знаешь всю историю, как Моше или Моисей по-русски его называют, как он дал евреям Тору, закон, и с этого времени начался еврейский народ. Шолем, золзен, шолем, золзен, шолем, мавдарган, цервелт. В Израиле можно дышать только в Иерусалиме. Я думаю, что у Оли была прекрасная идея постараться собрать воспоминания ее отец, а это воспоминания о нашей жизни, светлая память Сени. Мы стоим на его любимой крыше, мы стоим на его бывшей квартире, мы идем есть его любимый кебаб. Он сейчас это тебе подсказал. Отведи их туда, в кебабную, и скажи, что вы от меня.